нормально, да? Так, слово вам остается, нет? Зонт. Say my name, say it. Write it on the wall. Whisper words of love, my darling. To move on the call. Дуся. Дусь. Твой брат женится сегодня. Да вот. Ты на свадьбу поедешь? Сынок. Твой брат женится сегодня. Что сейчас должны делать по правилам? Дэвид. Дэвид. Ну скажи что-нибудь. Тук-тук-тук. Ибо мне волнительно, и я хочу донести все, что, ну, все мысли, которые были.
Сегодня я заканчиваю написание очень важной контрольной работы. Это такой экзамен для взрослых. Это мы, взрослые, 20 лет учились быть родителями. Это мы, взрослые, 20 лет решали сложную задачу создания человека. Это мы, взрослые, 20 лет изумлялись и радовались, открывая удивительное в вас, дети. Это мы с трепетом позволяли вам делать первые самостоятельные шаги. Это мы раздувались от гордости и расплывались в улыбках, видя ваши победы. Это перед нами теперь стоят философские вопросы: помогать или пусть сам делает, настоять или пусть сам решает. Это наш экзамен, мой экзамен. Это я отвечаю перед прошлыми поколениями за то, какие станут будущие поколения семьи. Это я в ответе, если не донес то, чего мне давали мои родители, и я в ответе, если не добавил от себя чего-то важного и ценного. Это я отвечаю перед своим родом и перед своей фамилией за то, какой получился человек и какое будет продолжение. Сегодня я сдаю свой диплом на проверку, и эта проверка будет долгой. Жизнь будет проверять мою контрольную работу разными способами, смотреть под разными углами, выискивать ошибки и вознаграждать возможностями. И мне остается только наблюдать. И это очень волнительно, но я спокоен. Сын, все слова, которые я произношу, они обо мне и о тебе. Потому что только мы, мужчины, на самом деле отвечаем за все, что происходит в нашем мире, в нашем космосе. Ты выходишь сегодня в открытый космос, сын. Ты выходишь в него готовым. Ты выходишь, не боясь поражения, но с уверенностью молодого космонавта и волнительным азартом покорителя Вселенной. Ты подобрал себе экипаж, с которым вы будете открывать новые галактики и осваивать новые планеты. Твой космический корабль готов, сын. Веди свой корабль вперед. Правь им твердой рукой. Верь в себя и помни о своей миссии. Береги свою команду. Пускай на твоем корабле будет полный порядок, и в твоем экипаже царит полная гармония. Желаю вам хорошего полета, товарищи космонавты. А счастье – это любимый Сочи, да, Полин? Дыхание моря, дельфины в танце. А счастье? Научитесь ценить и беречь счастье, данное вам судьбой. Сегодня день особый. Сегодня стали вы семьей. Желаю быть прекрасным мужем и потрясающей женой. Друг друга, что бы ни случилось, любить, ценить и уважать. То чувство, что вас зародилось, любой ценою сохранять. Ведь вы единое отныне, ничто пусть вас не разлучит. И будьте вечно молодыми, в сердцах пусть свет всегда горит. Дусь, на свадьбу пойдем. Смотри, Марик пришел, он уже в костюме. Уже в смоке. Дусь, Давид проснулся. Ты проспал все на свете. Это подстава. Да, это подстава. Ну, Дусь, ну отпускай меня. Вы же крутки разные ходы. Ну нет, все, давай. Просыпаемся. Ты очень красавица. Demolir le cœur.